Всем привет, с вами Добля, мы продолжаем играть в Кайзер Шизу, Коечку, за Балтийское герцогство. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас начинается наступательная операция, мы начинаем освобождать Италию. И да, армия у нас крайне маленькая, но крайне сильная. Поехали. И я думаю, знаете, что нам пора добавить? Да, вместо артиллерии вот сюда огнеметные танки. У нас еще чуть-чуть их будет не хватать, но как бы нормальное. И потом нужно будет обычную артиллерию менять на ракету, потому что она дает больше прорыва. А потом в каком-то очень глубоком луте, по идее, чуть больше урона. Хотя это не факт. Еще один нюанс. Во-первых, конечно, огнеметные танки дают очень много статов в атаку. Теперь они дают, смотрите, во-первых, прорыва очень много дали. База 22 и еще, ну, фактически, да. И куча атаки, в том числе и в горы, и в холмы, и в города, и в леса, и в реку, все что угодно. Очень полезно. И мало этого, у нас теперь еще есть броня 10 единиц. И внезапно, французам не хватает бронебойности. Теперь наши горные горнострелковые дивизии имеют щиток, не имея танков в дивизии. Прекрасно. В принципе, у нас ПВО будет кое-как компенсировать ПТО, хотя в идеале, конечно, было бы с ним, но с ним у нас не хватает слотов. А танков вот, почти нету. И так как я понял, что они реально нас будут не пробивать, то давайте еще повысим броню. Прорыв, в общем-то, вкачая фул броню. Я исследовал теху, поставив сюда теперь еще бронеюбки и наклонную броню. Прям вот максимум, что мы можем выжать. Таким образом, 16 будет вместо 10. Хорошо. Это еще нам немножко даст расстояние до французских дивизий. Правда, теперь есть такой нюанс, что нам нужно горючее на наши танки, в скобочках. Наши инженерные танки. Но ничего, у нас есть, если что, промка закупать периодически. И по идее, вон там у нас есть возможность какое-то топливо вообще получить. Давайте выбиваем Ниццу и просто посмотрите на этот урон. О да, он шикарный. Теперь можно добить все, что здесь есть. И тоже проблем нету, гора. Ха, спасибо за гору, плюс 12 атаки. И это мы еще не докачали ни доктрину, ни, собственно говоря, горнострелков. Просто вот такие казуальные 700 атаки у пехотной дивизии без фулл доктрины. Итальянский союз просто взял и капнул. Ну, окей. Вайпаем здесь, что осталось. Может, наши союзники на это не были способны. А мы? А мы более чем способны. Ну что, пора унижать французов, я считаю. И просто, да, сносим их, как будто у нас... Это танки, которые горные танки, не знаю, какие-нибудь. Потому что мы имеем щиток, и мы имеем гигастаты в атаку на горы. Атаку на горы, в скобочках, в атаку на что угодно, блять, потому что мы... Просто каждый солдат это гигачат, я не знаю. Просто мы их двигаем, как будто это реально сверхтяжелые танки какие-то. Только мы еще на всех местностях себя чувствуем шикарно. Просто так зажимаем огромное количество их дивизий. Потому что, а что вы нам сделаете, вы всего лишь французы. И этого было мало, мы теперь можем еще здесь эксперты пехотки вкачать. И скоро будет, надеюсь, доктрина, вообще не скоро. Да, ладно, еще вообще не скоро. Просто сейчас мы в одиночку раздавим... Если бы сопротивление здесь, кстати, не очень приятно атаковать. Но ничего, мы тут найдем, куда пробиться. И падение Парижа происходит. Ну, и на юге тоже происходят неплохие падения. Но Париж пал, и я думаю, не так долго осталось им тут жить. Ну да, они наприводили свои дивизии, стало теперь здесь очень плохо. Ну, сейчас снабжение появится, станет, по идее, лучше. Смотрите-ка, мы можем делать нефтеперерабатывающие заводы. Это круче, чем просто топливо, потому что это еще и резину дает. Шикарно. Я как раз начинаю исследовать синтетику. Ну да, здесь воевать и противно, и не хочется, и по снабжению плохо. Ну вот, насрали боты своими дивизиями. Теперь мы не можем нормально кликать. Наверное, стоит переместить нашу армию как-то на север, что ли. Французы просто взяли и капнули уже. Ну что тут сказать, увы. Достаточно простая получилась война. Вот эти ребята не зашли туда. Есть еще здесь война, но как бы в целом это почти все. Ну и буду я сейчас готовить выставку в Британию, в скобочках, ждать, пока у меня доисследуется выставка, потому что я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что такое, мы не знаем, что это такое. И там кто-то высадился, но эти идиоты высадились без снабжения. Три дивизии, молодцы. Выставка 10 из 10. Я тут их тренирую. Давайте, да, тренируем самолеты, после чего будем бороться дальше за Британию в воздухе. И да, вот наша реактивная артиллерия. Это чуть получше. Это, конечно, потому что у меня не вкачаны все техи здесь. И последняя САУ. Но, в принципе, да, нужно именно ракетным, потому что это прорыв.
Гарана. 118 прорыва на пехоте, это уверен. Ой, смотрите, там кто-то начал всаживаться, давайте поможем им, насколько сможем. Хотя бы вот так. А, ну вот и решился вообще вопрос с тем, как нам доехать. И пока здесь не стало слишком многолюдно, давайте пойдем и прорвем все линии фронта, как мы это умеем. Кстати, британцы чуть... А, подождите, это может... Нет, я хотел сказать, что они чуть более умные, и они все-таки имеют какое-то ПТО, но нет. Мне показалось. Но видите, 65%, потому что мы повышали себе броню. Следовательно, у нас и процентик урона получше, поприятнее. И мы получаем все еще меньше прям урона. Всего. Прекрасно. Ну и просто оставляем Британию вступить в Шотландию, а потом сдаться. Да, мы, конечно, несем потери, но они вообще не сравнимы с тем, что мы нанесли. Какие потери? Французам 1 000 000, здесь 300 тысяч итальянцам, а Гаити 35, не знаю как. А здесь вроде уже не мы. Но здесь, да, очевидно, 600 тысяч, а еще будет больше после того, как мы закроем окружение. То есть фактически уже сейчас. Прекрасно. Легчайшим образом делаем еще одно окружение. На этом моменте, я думаю, Британия должна закончиться. Здесь хорошая стоит дивизия, механ. Но, увы, у немца есть авиация, а у нас есть хорошие дивизии. Британский союз капнул. А хотим ли мы что-то отсюда забрать? А, наверное, нет. Конечно, мы наверняка могли бы какую-нибудь Британию вообще съесть. Но пускай этим занимаются как бы мажоры. Вообще, мне немножко обидно, что нам вообще ничего не дали от России, по идее. Хотя, вот этот регион. Мне казалось, он изначально был белорусским. Ладно. Да, у нас вот так вот граница шла до этого, по-моему, как раз. Ну, ладно, это лучше, чем ничего, хотя все равно мало. Французы возвращаются. Пока что вот так, но я думаю, так как они вроде договаривались. То да. А, Канада. Германия дала Канаде территории. Ну, увы. Ну, а здесь Франция марионеткой, а французское государство... Немцы решили не отдавать, судя по всему. Италия там что-то провозглашала, но как-то выглядит не сильно впечатлительно, скажем так. Давайте напоследок посмотрим, что у нас здесь были доступны за решения, которых было очень долго и тяжело добираться. Миссия в разные страны. Плюс получаем опыт, атака бронетанковой дивизии и скорость дивизии. Ага. Причем это разные генералы, я вам скажу. В Литву мы даем атаку и оборону пехотной дивизии, в Украину можем дать... Стоимость производства, получаем опыт, время подготовки 7, ну, приятный баф тоже, как и Литва. Тени, защита и скорость укрепления. Все очень, кстати, полезно, на самом деле. Так, бронетанковый больше не супер полезно, потому что вряд ли... Хотя, слушайте, тут такая экономика, что и танки можно себе позволить в теории. Так что да, бафы приятные. Боту, конечно, примерно без разницы давать, не давать, хотя чуть-чуть им помогло бы. Но явно для нас это ничего интересного не давало бы. Осталось, давайте глянем, что вот здесь были еще за решение. Вопрос о редуте. Ага, в городах либо отступать за Дун. То есть, я так понимаю, это вторая линия обороны. Я понял, у нас есть вариант укрепить реку, либо укреплять города. Допустим, я выберу укреплять реки. Потому что, ну да, вот такой вот, сказать, кружочек обороны выглядит интереснее, чем чисто города дефать. И вот он, смотрите-ка. Давайте посмотрим, что нам заспавнит, куда. Могли бы также за палитку, просто так, за палитку, без каких-то еще дебафов, покупать... Всякое снаряжение, но у нас промки больше, чем людей, так что это не сильно полезно. И британцы говорят, что они освободили остров от красной чумы, но британцы, если мы помним, то они просто ничего не сделали. И мы захватили все и освободили. Так что да, это смешно. Итак, смотрим на наше укрепление. Вот, ага, я понял, еще проще даже, типа вот так оно спавнится. Ну, вообще не так плохо, да, действительно. Не так плохо, за этой стороной речки было бы чуть-чуть получше. Да, если вот эту, допустим, форт перенести вот сюда, как бы вот так вот отступать. Ну ладно. В том случае, я думаю, это практически можно считать завершенным, потому что, ну, что нам еще делать? Мы всего лишь Балтика, мы не пойдем ни на кого войной. Так что с вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твиттер, бусти, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.